на самом деле это. У нее же автофокус, и автофокус хреново работает. Не знаю. Мотор, колеса тоже сломалось, нет, все. Что там будет в фокусе, конечно, но. Ну мы сейчас посмотрим, получилось, нет. По идее, должен сам фокусироваться. По самому мотоциклу совершенно другие ощущения. Я в этот отбитый ощущение, что я на лопеде сижу. Почему? Ну не на этом, на моем, на волке, а он ниже роста. На моем мотоцикле я могу ноги вообще вот так бросать, вот горячку, понимаешь, все равно до земли буду нормально доставать. Ну, так это ж удобно. А тут видишь, ну это и удобно, и неудобно. На моем мотоцикле неудобно, например, по ямам скакать. Я, кстати, продавать не хочу. У меня теперь будет два мотоцикла. Почему? Не хочешь, да? Ты и не можешь его продать. Ну, по адекватной цене. Хотя бы даже за половину, по-моему. Не, за половину там почему? Можно. Он же 2013 года. 2012. Можно. А что ж ты не продал? Передумал. Вероника говорила, говорит, фига, будет два мотика. Круто. Не, ну в каком-то смысле, да. Машина, скутер и два мотоцикла.